Приветствую вас, господа. Сегодня мы посмотрим на свеженький вездеход от RNG. Это RNG HMV A2. Давайте его купим. Тюнинг. Два движка. 370-420. Три коробочки. Оффроуд, профроуд и обычная. Две подвески. Серийная и высокая. Давайте высокую поставим. Парочку колес. Ладно. Оставим стоковые. Четыре лебедки, удлиненная тяжелая, улучшенная тяжелая и офлайна. Лебедочка, пару запасок. Див подключаемый и military glass shaft. Пойдет. Шнуркель есть. Модуль кузова, распуск. Платформа, борт. Высокое, низкое седло. Ну, может быть, потом что-нибудь еще добавят из модулей. Хорошо. Декор, выхлоп. Диски стандартные, ну и куча цветов от RNG на любой вкус и цвет. Но мы оставим стоковый. Давайте выкатимся и посмотрим на него. Ну, тут, как обычно, без вопросов абсолютно. Салончик. Сидушки классные, мне нравятся. Текстурки прикольные. Давайте заведемся. Звук нормальный. Давайте посмотрим на фары. Свет прекрасный, хороший. Мне нравится такой белый свет. Не как в игре, в основном на наших грузовичках такой желтый, который прям все засветляет. Он такой белый, приятный. Хорошо, пойдет. Давайте немножко покатаемся. Длинноватенький, конечно, прям очень длинный. Так, у нас стоковая коробка, типа оффроуд, не про оффроуд, обычно, ну не быстро, нормально пойдет, хорошо. Ну, управляется неплохо. Нормально. Давайте чутка загрузимся и съездим немножко в грязь. Ну, я думаю, у него с проходимостью все будет великолепно. Пару расходников, не самый тяжелый груз, но что есть. Внешний вид, конечно, на любителя, но мне нравится, в принципе, нормально. Но из-за того, что он вот такой длинный, могут быть проблемки. На некоторых картах, если поиграть, нужно и на брюхо так поприсаживаться неплохо. Но, в принципе, если помогать себе лебедка, то пойдет. Нужно даже прицепчик с собой брать какой-нибудь.
Тут, конечно, не самая крутая грязь, но, в принципе, по самую кабину мы залазить не будем в грязь. Так, чуть-чуть покатаемся, посмотрим. Ну, в чем, едет нормально, думаю, в принципе, в любой грязи он будет ехать. Как и практически все моды от РНГ. Тут мы спокойно едем, давайте еще на ферму скатаемся. Такой гудочек у него. Отлично, просто великолепно. Хорошая проходимость. Ну, что можно сказать, какой-то прям фишки у него нету. Прям супер уникальность. Ну, в принципе, хороший, добротный, качественный мод вот такого прекрасного внедорожника. Покататься можно, разнообразить свой геймплей, ну, а внешка на любителя. Ну, мне нравится, в принципе, пойдет хорошо. Нормально, но длинноватый, с этим будут местами проблемки. А так, отличный мод, добавить нечего. Ну, пишите, что думаете. Ну, а вам, господа, спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, и мы увидимся с вами в новых видео по SnowRunner уже совсем скоро. Ссылочка на этот мод в описании. Давайте, пока-пока.